Приветствую всех на своем канале, с вами снова Алекс, а это канал Game Stories. На этот раз у нас начало достаточно спокойное, мы на своей базе и продолжаем выживать. Как видите, у нас статус базы в депрессии, ну потому что нам нужно создать аванпост и поднять боевой дух других людей, а для этого нужны спальные места. Поэтому я сию же минуту отправляюсь к точке, которая находится здесь достаточно недалеко, для того, чтобы захватить аванпост и, возможно, хоть как-то поднять боевой дух других. Ого, вот эти вот зомбаки мне не очень нравятся. Опять очередная стая. Достаточно много сейчас у нас появилось стай. Несмотря на то, что мы в предыдущей миссии, а прохождение очень многих убили, но, тем не менее, на нас продолжают нападать. За низкую боевую духа Мэк начала драку. В избежание подумать сидеть в будущем, поднимите ее боевой дух. Блин. Yo, snap. This place was made to be outposted. Наглухо заперто? Странно. Я тут уже был. Ай-яй-яй-яй-яй. Еще одного слышу справа. Хорошо. Стоит подлечиться. Да, как-то тяжко у нас сейчас все идет. Все спокойно, да, это точно, но нужно срочно понимать боевой дух. Без этого идет все очень крайне медленно. Плюс два спальных места. Шкаф для припасов. Отлично, занимаем. Yo, the new outpost is prepped and... А, новый аванпост построен, готов к работе. Отлично. У нас теперь есть два спальных места дополнительных, что сыграет нам определенно в плюс. Так, что у нас есть? Нужно поменять один пистолет. Мы его скинем. Нужно построить мастерскую, чтобы уже можно было разбирать практически сломанное оружие. Ну или чинить, если оно достаточно хорошее. Дойду, пожалуй, до вот этого строения. Посмотрю, что там в амбаре такого может быть интересного. Ну, а пока просто замочим его. Прокачал перк на силу. Теперь могу спокойно делать рывки, даже двигаясь очень медленно. Ну и использовать тяжелое оружие более эффективно. Это тоже хорошо. Отлично. Патрон 7.62. Подойдет для нашей винтовки. Ящик с едой. Отлично. И где-то еще последний. Ага, вижу. Ну что ж, хоть что-то уже неплохо. Пойду отнесу, и нам есть чем заняться в этой миссии. Как видите, у нас очень много накопилось. Так, отправляйтесь в деревенский дом на холме и встретитесь с Кортни. Куда это? О, далековато. Сколько много стало домов зараженных. Так, поспешите к базе весельчаков. Пока зомби с ними совсем не расправились. 9.29. Это куда? Да ладно, на другой конец карты. Right? 9 минут? Мне кажется, я не успею. Но попробовать стоит. Определенно стоит попробовать. Нужно обязательно взять с собой, наверное, канистру.
Сейчас починить доступный для нас автомобиль и гнать со всей силы. Иначе мы не успеем. Я, как видите, немного починил автомобиль, который нам сломал Джиггернаут, и подогнал его сюда. Но все равно этого мало. Так, скидываю все медикаменты, патроны. Это оставляю у себя. А что я могу взять? Канистру, чтобы заправиться. Ну, я надеюсь, ее хватит, чтобы доехать. Потому что больше у меня нет. По крайней мере, я даже не представляю, как я на обратный путь найду себе вещей, чтобы добраться сюда, на базу. Но думаю, у меня все получится. That was graceful. Пока не попробуешь, не узнаешь, получится ли у тебя или нет, но мне напрягает, что 7 минут осталось всего. Так, заправить внедорожник рейнджера пока не буду. Я думаю, я смогу так поехать. Но вот то, что он дымится, это, конечно, беда. Как нам поехать? Сначала вот сюда. Ну и потом по главной дороге. Прямо. Может быть, кстати, найдем какую-нибудь тачку, более подходящую по дороге. Сейчас главное дело ни в кого не врезаться. И эта тачка очень дико шумит. Просто несемся, сломя голову, чтобы постараться помочь этим бедолагам. Ё-моё. Но взорваться я никак не хочу. Потому что если я потеряю этого паренька, это будет самая критическая ошибка, допущенная мной. Так, нужно добраться до вот этой точки. В принципе, я думаю, успеваю. Вполне, на тачке прям максимально спокойно успеваю. Так, тут по прямой. Нахрена чёрных зомби, да, потому что нужно освобождать эту точку. Но до нее я, видимо, поздновато доберусь. Нас напали, боюсь, без помощи нам не справиться. Мы уже близко. Ё-моё. Ай-яй-яй-яй. Готов. Прям как в лучших голливудских фильмах. Воу, да вас тут трое? Хорошо, сработано. Да ладно, откуда вас столько тут? Да отрежь ты ему уже голову.
Эй, мачете поломалось не вовремя. Ты жизнь готова? Always glad to see you. Later. You looking to trade? Okay. Материал купил. Lock and load, motherfuckers. It's time to regulate. Could have been worse, right? I can't tell you how grateful I am. Oh yeah, of course. Да, конечно. Take care now. Ой, блин, это зомбак. Я думал свой. Тот. Вань, ты. Блин, завались ты уже. На. Красиво, да? Красиво. Фух. Кажется, все. Воу, это было непросто. Народные дружинники. Снижение уровня опасности. So nice to see you. Как рад тебя видеть. Добавить спутника. Бакс у вас 154. Взорвать свое сообщество, узнать больше о выжившем. Come in. Make yourself at home. Не знаю, так обращение инженерия. Инженерия, это хорошо. Glad to see you're still in one piece. А ты что умеешь? А ты нифига не умеешь, да? How are you? Понятно, стрельба, черта. Попробуем завербовать. Оставшиеся члены группы Сички будут распущены, вы уверены? Да. Отлично. Пойду в точку сложу. По крайней мере, материалов привезу. У нас потому что катастрофически просто не хватает материалов. Это прям какая-то проблема. Минус голова. Ё-моё. Да, нашумел я изрядно. Канистра. Мне бы что-нибудь для починки автомобиля, если можно. Что есть поблизости? Так, есть топливный склад. Ресурс топлива добавляет. Мельница непонятно. Заводской ремонтный цех. Вот я думаю, сюда нужно сходить. Там 100% есть что-нибудь для починки автомобиля. Кто там ползет, что ли, тоже? Понятно. Готовенько. Все тихо. Да? Еще бы они тут в сарае сидели. Отлично, набор инструментов. Я прям как сванговал. Очень неплохо. О, вот тут целых 5 ящиков. Подгоню тачку. Предварительно починив ее. По крайней мере, дымиться не будет, уже хорошо. Естественно, естественно. Да, тут действительно может быть много чего полезного.
Это... Что это такое было-то? Они просто налетают. Хорошо как-то. Отлично. Патроны. Обычный 1911. Да, он куда получше будет. Так, а мне стоит подлечиться. Так, все точки в основном наверху, да? Какой-то сейф. Выглядит очень многообещающим. Отлично. А, у меня нет места. Черт. Может пойти что-то выложить, потому что важно все. Сейчас приду за этим тогда. Нужно перегнать тачку немного. Прям внутрь загнать ее. Так. Ну вот. А, у меня и в тачке все забито. Гвоздь. Хотя бы вот так. Ну, тут нужно что-то будет выкидывать. Может быть, конечно, вот это вот разгрузить. Патроны. Вещмешок можно один взять. Ладно, сейчас посмотрим, что мы дальше найдем. Так-то все полезное. Лом. Ладно, лом не нужен. Химикаты забираю. Okay. We good. Все норм, да, это точно. And that's that. А, ну тут, в принципе, больше-то и ничего и нет. Я сейчас спокойно забираю ожерелье. И, получается, оставляю тут только лом. Хотя я лом могу забрать, если скинуть остальное. Но у меня еще есть третий этаж. Возможно, на ней что-нибудь есть. Так, и на третьем этаже... That's all. Больше ничего нет. Окей, заканчиваем. С этим делом. И едем к себе. На точку. Я в любом случае сюда еще вернусь, потому что мне нужно убивать все эти чумные сердца. Рейнджеры, материал для всех и каждого. А вот мне нужно к рейнджерам обязательно сходить. Прям обязательно, потому что... У них есть материалы. Если у них есть материалы, значит, это залог успеха. Я смогу построить и генератор, и кучу всего другого.
По-моему, он даже едет уж шустрее, когда я его починил. Мне вот интересно, могу ли я развалить это чумное сердце. Наверное, пока нет. Во-первых, у меня хп не полное. А во-вторых, там две группы, у меня патрон мало. Ну и слышите, помогите мне, пожалуйста. Кто ты? I got it. Ё-моё. Окей, попробую. Мне мало бензина, но я попробую. Надеюсь, мне хватит этого. Так, и кто ты? А, все, ты одна, что ли? Мне срочно нужно топливо. Говорят, его можно найти в грязном сарае или инструментов, но мне туда не добраться, поможешь? Если найдем, я найти что-нибудь взамен. Окей. Так, ну давай посмотрим, что тебе тут есть. Пусть знает, куда мог пойти тот, кто нашел мою палицу. Вариантов не так уж и много. Понятно, это она хочет дальше продолжения. Мы обязательно за нее поиграем, но чуть позже. Ой, хорошо бы здесь еще мешок ресурсов найти. Будет прям максимально круто. Давай, прям тут, в последнем месте. Ну, отлично. Это прям шикарно. Так, я думаю, подожди, подальше. В грязно-красном сарае для инструментов. Вот здесь вот, что ли? В промышленном. Хотя нет. В грязно-красном сарае. Но это явно не в этом красном сарае, правильно? Что у меня по топливу вообще? У меня есть один бензин, который в машине. И... А, вот бензин, смотри-ка. No room for that. No room for that. Бросить. That's pretty heavy. Ну, на. Так я нашел топливо. Алло. Здрасте. Чё, мне не нравится, как я тачку припарковал. По крайней мере, они сейчас на меня внимания не обращают, это хорошо. Какое топливо ей надо, я не пойму. Вот еще топливо. Где-то еще один ящик должен быть. Все видели, что делают с людьми кровавая чума, как она понемногу забирает у человеческую сущность. Пока ничего не происходит. Как же так выжить, что правительство оказалось не способно быстрее снабдить нас лекарством? Из-за предмета. Зато как у вас, предостаточно вопросов. Смотрю на ящиков.
Наверху, наверное. Угу, все верно. Sweet. Очередной мешок, который я не могу взять. Связка топлива. Слушай, я тебе дал уже топливо. Что ты еще от меня хочешь? I have some news to share. Не понимаю. Торговец появился. I can't carry that much. А, подожди, мешок с топливом, это вот это что ли? Looks like it's your lucky day. Понятно, она хочет, чтобы я мешок этот ей дал. Ну и что ты нам дашь? This is for you. Let's not make вот, держи, a whole только deal out of it, okay? Драму, да? Let's not make a whole deal out набор out of it, okay? Гражданских патронов. Ладно, окей. Это гораздо лучше, наверное, да. Ребята нашли из города, зря мы им не помогли. В смысле? Так я же... Эй! Я же вроде помог рейнджерам. Или какие-то другие еще были. Просто не на всех написано, то есть когда кому помогаешь. Торговец редкими навыками. Где ты, торговец? На другом конце вообще. Еще и неизвестна точка твоего местонахождения. Слушай, ну мне в приоритете на базу сгонять. Потому что обменять навыки я, скорее всего... Это был крик Джиггернаута. Или нет? Охотник. Окей. По сути, у меня сейчас должно быть просто огромное количество ресурсов, но мою команду почему-то все равно это не совсем устраивает. Не знаю почему. У них все свои какие-то, так сказать, хотелки. Взгляды на все это. Он, я, по-моему, наизусть уже дорогу запомнил даже. Или нет? Блин, нет. Я не туда свернул. Хотя тут тоже проехать можно. Ай-яй-яй. А, торговец редкими навыками 3 часа 56 минут. Я думал 3 минуты. О, да, у меня тогда просто огромное количество времени. Я спокойно все выложу и приеду к нему. Правда, мне вот торговать особо нечем. У меня не так много набралось редких вещей. Я вернулся. Отлично. Лучший командный центр, больше аванпостов. Принять боевой дух, создать спальные места. Еще? Еще больше? А не много ли вам? Подожди, что у меня сейчас по... Так, карта, база. А, понятно, мне одно ли... Одно нужно дополнительное. Ну, тогда в любом случае нужно улучшать вот это место. А, я не могу. Ресурсов нет. Крикун?
вот все дела. А паники-то сколько было? Было время, когда я волновался, глядя на толпу зомби около дома. А, теперь уже пофиг. Ну, подходит, сейчас будет драка. Прям думаешь, драка будет? Так, сколько мне сейчас вот? 2. Хорошо, плюс 5. Но я думаю, плюс 15 у нас там будет. Ой, ему снесли башку раньше времени. О, сломался мачете. Мне нужно что-то посерьезней. Хотя я-то могу взять что-нибудь клинковое тяжелое. Вот, я могу тяжелое спокойно взять. Да ладно. Ну, такое себе на самом деле. Им прижил еще один день. Мы молодцы. Да куда уж. С другой стороны еще ломится. Мне нужен генератор ресурсов. Если, конечно, такой есть. Воу. Это вы компашка, да, действительно. Просто развалили его без шансов даже. Тут еще вот один. Отлично. Супер. Мне прям нравится. Так, итого у нас есть 12 ресурсов. О, даже 17. 17 ресурсов. В первую очередь, что мы будем строить? Это генератор. Вообще, тут 100%. Присутствие 1 еды в день. Нам нужен генератор. Нужен генератор, нужно улучшить спальное место. Стоимость 8? Воу, а чё так много? Тогда обожжи. Мне лучше тогда действительно командный центр поднять. 10%. Обратитесь ко всем, кто слышит, дайте раскрыть своего внутреннего оратора, чтобы забывать. Влияние. Лучше компьютерные навыки. Специалист по компьютерам потребует меньше времени. Что ж, нашему нужно дать отдохнуть. И я хочу передать управление нашему новому чуваку. Давай, да, отдыхай. Так, у нас есть задание от вот этого. Есть снова Джейми на обращение с оружием и инженерия. Все на максимальном уровне. Офигеть. Для создавать самодельный арбалет с прицелом, продвинутые дульные насадки. Жаль, у нас нет мастерской. Но она пока с оптимизмом ко всему относится, поэтому... Может и не выбирать ее. Так, нужно вот с этой дамочкой что-то делать. Ну, как бы депрессия, это вообще не очень хорошо.
Переключись на Жанку, вы начнете ее задание, командир оружия всем и каждому. Да, переключиться. Понятно, она бесится, потому что элементарно ее заставляют все делать постоянно. Я это понял. Так. А, я-то искал приставку. Установите это улучшение в комнате отдыха. Действительно, почему бы и нет. А где у нас такая комната отдыха? Без понятий. Здесь кухня. По-моему, нет у нас комнаты отдыха. Склад. Центр. Наблюдательная вышка. Да и в принципе все. Блин, автомастерская, мне кажется, вообще бесполезна. Может ее сломать? Ну, по крайней мере, сейчас, мне кажется, она вообще не нужна. Это просто беспонтовщина, мне кажется. Так, что ж, может нам с кем-то поболтать, судя по всему, да? С тобой. Ну, посмотрим, что ты расскажешь. В ложе шишки есть торговцы оружием. Выжившие, как они себя называют. И широкий ассортимент, товар, по всей видимости, краденый. Stay safe out there. Торговцы оружием, да? Хочу объяснить этим рядам, что они не имеют права загребать свое себе все оружие. То есть будет драк, что ли? Но я на всякий случай захвачу вот это. Так, куда отправляться? А, ну, в принципе, недалеко. Возьмем тачку и поедем. Уже вторая вылазка за сегодня на тачке. Неплохо, развиваемся, значит. Мне бы сделать аванпост по, в первую очередь, медикаментам. Потому что с помощью них можно лечить травмы, а это повышает боевой дух. Ну а... Sup? Дальше что-нибудь еще? Это... В смысле? Давайте, давайте там это разбирайтесь. Эту стороне постою. Посмотрим, да, что тут есть. Отлично, меч. Убойная сила. Меньше прочность. Возьмем его. Отлично. Sure is quiet in here. Так, тихо. Ничего не найдено. We can put this to good use. Вау! Сколько ресурсов. Скинем. Тут я понимаю, находочка. Потому что с ресурсами вечная проблема какая-то. My bad. I did that. Ничего не найдено. Завались-то. Давай. Готово. Ну, максимум еще один прибежит.
Но для нас это не проблема. No one here but us, I guess. Так, 2 из 3, ага, вижу третий. Who gets the party started? I do. Почему я не удивлен? Хорошо. Now where am I gonna put that? No room for that. В любом случае сейчас сюда еще чуть позже вернусь. Все смотрю. Сложу вещи, может быть, что-нибудь продам. Only I have room for it. Ой, хватит долбиться-то. Вот долбится и долбится, долбится и долбится, не дает нормально полутать. Так, а тут мы все смотрели, да? 4 из 5. Привет, привет, у меня есть предложение, от которого вы не сможете отказаться. Ну, то есть сможете, но... Пожалуйста, не надо. Забрать на детали. Но я думаю, можно это и продать. Электросхема точно нужна. Учебник по химии точно нужен. Ну, а это пойду попробую продать. Что это такое? Инфицированный предмет для усиления скрытности на несколько минут дает пользу почти невидим для всех зомби на расстоянии дальше вытянутой руки. Внимание, при использовании в организм попадает умеренная доза инфекции кровавой чумы. Ого! Слушайте, да эта штука может офигеть как дорого, наверное, продаваться. Это же, ну, по сути, это оружие. Так, ну давайте, кто такие? What's up? Стрельба, интеллект. Yo. Ловкость, татуировки. Навык татуировки. Бесполезная. Так, если вам нужно оружие, то будьте добры покупать его по рыночной цене. Вы наживаетесь на несчастных людях, оказавшись в безвыходном положении. Предложите нам разумную цену, мы договоримся. Если предложим получше, ты отдашь нам оружие. А мы сохраним тебе жизнь. Хрена лысого. Хрена лысого, он мне сказал. Да? Вы слышали? Вот вы все слышали, что он мне сказал хрена лысого. Окей. А ничего то, что я ему уже и так... Ау. Тихо. Как-то неожиданно закончились патроны. И они по мне стреляют. И вот... Давай! В смысле? Как-то патроны-то закончились. А я сначала в бой лезу, а потом смотрю, сколько мне патронов осталось. Так, что делать?
Что делать? Что делать? Что делать? Я не знаю, что делать. Давай. I just want to go on record that some people are really getting on my nerves. We should be fighting zombies, not each other. Okay, cleared. Нет. Черт возьми. Я понял. Ну, соответственно, тачка моя там. Ребят, без шанс. Я, кстати, не понял вот этого момента вообще. То есть я стрелял в них, они падали, я в них пытался добить, они не добивались. Это как? Это, мать его, как? Ну я иду, чтобы вы понимали, я иду. Инструменты есть? А на кой мне инструмент? Я сейчас так дойду. Gotta be quieter. Я, блин... Ой, стоп. Минуточку. Не то взял, то что нужно. Я вас сейчас научу, как нужно. Все, погнали. Вот. Прям по-геройски выходим из двери. Ничего не закрываем. Я иду. Я надеюсь, они все еще там. Как же я устал, да? Генератор стал доступен. Хорошо. Всего лишь на 400 метров пробежка. Чувак, давай, поднажми. Тебе не в приставку играть. Не за компом сидеть. Так, пока выберу вот эту пушку. Hey, over here. Воу, ничего себе, тут два крикуна. Целая группа. Обязательно потом наведусь сюда. Ух.
назад как король, на тачке приеду. Слушай, отстань от меня. Не видишь ли ты, я тут занимаюсь, это... убийством заказным. Блин, достал. Как в Dark Souls прям башку тебе снес. Я же надеюсь, они все еще тут. Да. Блин. Готов. Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. Чё, типа? Да ё-моё, ты чё, косой-то какой? Да в смысле? Серьезно? Я превратился в зомбака. Это что за жесть вообще происходит? Это что за жесть? Это чё за жесть? Я потерял всех просто уже почти. Так, чё у меня есть по патронам? Блин, я все патроны профукал. Это чё за жесть? Окей. Окей. Какая у тебя там идея? Люди из высших уже давно представляют для нас опасность. Ты серьезно? Ну, как бы там один чувак бессмертный, по которому я два раза попал, он не умер? Блин, пошли вы. Блин, тачка неуправляемой стала. Блин, ну если бы не зомбаки вот все, конечно, я бы с ними расправился. Зомбаки тебе вообще не вовремя пришли. Yeah.
я все вещи, что ли, потерял? Ё-моё, еще и все вещи потерял. А там сколько патрон-то было? О май годнес. Не, ребят, ну на этот раз для вас без шансов. Это у нас ветеран войны. Меня бесит Ихаим. Ну типа, я встаю, мне сразу там все прочитано. Отлично. Просто натравил на них. А я пока вот с этим разберусь. Они, кстати, я думаю, их перебьют. Там вот это вот вообще какой-то бессмертный. Так, я его могу как-то улучшить. Меня больше напрягает то, что я потерял абсолютно все. А у них до сих пор двое живы. О, кстати. Это был я. Понял. I can't carry that much. Взял, залутал себя зомбака. Смотри-ка, они все еще там долбятся. Долго они там убивать-то будут, я не пойму. Я говорю, какие-то бессмертные вот эти вот двое, ребят, реально. Вон там их толпа просто долбит, а не он бегает все еще. Просто я потерял двоих. На этой точке, это нифига себе. Ну ладно, это неопытность. Но, конечно, вот этого чувака жаль. Вот этого я имею в виду. Ты был крут. Какое-то время. Жалко. Но это зомби-апокалипсис, тут без этого никак. Реально, он какая-то бесконечная просто битва идет.
откуда он стрелял там? Блин, мне кажется, вот с этой винтовки она же должна вообще вырубать. Но он, у нее сила какая убойная. Почему она не убивает? Интересно. Они еще и всех зомбаков перебили, это просто посмотрите на них. Гранаток бы еще, конечно. Это было вообще замечательно. Его убивать. Почти все патроны на него потратил. Там вон зубаки какие-то идут еще. Алло, попасть можно? Спасибо. Урод. Так, рюкзак на 8 ячеек. Отлично. Ножи всякие. Вот это вот стенобойный молот, он просто вообще разносил меня в клочья. Это ужас какой-то. Ага, и тут у меня все. That's gonna slow me down. Вот, МП5К у него. Прикольно, у него еще и дробаш есть. Точнее, патроны от него. Так, ну нужно пойти все отвезти и приехать сюда еще раз. Потому что там еще труп не лутанный спереди. Да, это было непросто. Я бы даже сказал, что это было очень непросто. I'm here today because of those survivors. My father, my brother Jacob, Marcus, Ed, Maya, even Alan. They aren't all here to see what we've accomplished. Так, у нас еще, значит, это сюда скинул. The network's got plans besides just living to tomorrow. That's kind of comforting.
Ладно, нормально. То есть мне патроны сейчас очень навряд ли понадобится. А, нужно из багажника все забрать еще. Блин, на нас нападают еще, что ли? Ну где патроны-то? Только что их скинул. Вот они. Пошел. Тяж как-то идет. Too loud. Now remember, слушайте, вот stuff's for sharing. Я только, по-моему, в прошлой серии говорил, что игра, ну, вообще не сложная. Вообще. Как же я был неправ до момента, пока я не встретился с этими уродами, которые просто мне двоих размочили в пух и прах. Да. Нехорошо получилось, нехорошо. Ну и у нас очередной забег. 450 метров. Это у нас он более спортивный, долго бежит. Заберем тачку, заберем все вещи. Давай тут. Так что... Блин, ну это миссия с потерями. Блин! Натравил зомбаков на себя. Ну зато крикуна убил. Нормально. Бегать я умею. Это не проблема. Сейчас передохнешь, подожди чуть-чуть. Готово. Осталось 200 метров. Давай, кросс на 200 метров. Могем? Я думаю, вполне. Ой-ой-ой. Это что такое? Да, бегать ты определенно умеешь. Даже не поспоришь. Хорошо. Стараюсь максимально все прям забрать. Отлично. Ну, прям все. Я уже понимаю, что не получится собрать. Ну, хотя бы. Хотя бы по максимуму. Нужно тачку подогнать. No room for that. Так, вот это вот, наверное, пока брошим. Снеки. Да, тачку точно нужно подогнать.
Готов. Так, что мы скидываем? Вот это скидываем. Бумаги всякие. Мешок. Нож. Остальное, в принципе, можно задублировать. Да, сложно, конечно, будет сейчас все унести. Это я с трупа забираю, у той негритоски моей. Так у нее не было такого, алло, о чем? Клинок из арматуры, дробовик. В смысле? У нее не было такого. Гранатку можем скинуть, хорошо. А, вот наша негритовская-то. Ну ладно, негритовская это неправильно. Экземпляр дорогих часов, да. Куча обломков, да. Это да. Ну, собственно, что смог, то и достал. Куча обломков есть. Обязательно нужно патроны взять и P5, по-моему, того. Да. Так. А, мне нужно сначала что-то скинуть. Клинок из арматуры, ударная сила, бойная. Да выкину ее, наверное. Ой. Подожди. Так вот, наверное. Хотя, может быть, можно что-нибудь еще и выкинуть. Такого особо ненужного. Вот нож, ну вот зачем он? Ладно. Стреляю вот эти. Снеки тоже нужны. Хотя я ими почти не пользуюсь. Что поделать? Потом, может, как-нибудь вернусь еще сюда. Жалко, из тачки нельзя высунуться и кому-нибудь голову отстрелить. Мне кажется, это прикольно было бы. Ну что ж. У нас получается ценой жизни наших двоих соратников, так или иначе, нам удалось за них отомстить, получить немного припасов, получить хорошее оружие. Но, как я уже сказал, мы потеряли двоих. На будущее взяли себе сразу на заметку урок, потому что нужно брать больше припасов при таких встречах. Ну и как бы понимать, что с первого раза они не убиваются, в них нужно еще минимум обойму всадить, чтобы они померли. К сожалению. Ну и естественно у нас депрессия у всех. Потеряли чуваков, у этой уверенность. Уверенность. Кого депрессия? У этой депрессии. Понятно. У этого тоже тоска. Кстати, за него вообще почему-то не играю. Не пойму почему. Ладно, придется. Наш боевой дух у нас почти на нуле. Да, почти на нуле. Стоит, наверное, все-таки запустить генератор. Поднять боевой дух. Ну и посмотреть, как можно поднять его еще, потому что этим нужно что-то делать. Тем более сейчас вот вообще не кстати потеряли двоих. Но благо уже скоро рассвет, поэтому
отправимся на встречу приключениям дальше. Главное дело сейчас максимально не унывать и продолжать наваливать этим гребаным зомбакам и другим лагерям, которые не хотят жить по-нормальному. Ну а на этом все. На сегодня получился вот такой вот ролик. Большое спасибо всем за просмотр. Обязательно подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Но если не хотите пропустить следующее, то жмите на колокольчик. На этом все. Всем пока.